Всем привет! Сегодня такой день. Сегодня мы приехали передавать нашу дачу новым хозяевам. А это лесочек рядом с нашей дачей. И это цветет берлаух. Я не знаю, как он называется по-русски, потому что у нас в Ташкенте такого не было. Пахнет чесноком трава. У меня коллеги на работе, они перекручивают вместе с сливочным маслом и ставят в холодильник. И потом такое получается чесночное масло. Вроде бы запах чеснока есть, ароматный, а потом не остается запаха изо рта. В общем, его очень любят немцы. Вот так вот. Да, 10 лет нашей жизни сейчас. Сейчас подойдем к нашему. Я оттуда забрала растения, которые я хотела забрать. И у нас там разбирали мусор, разбирали беседку, поэтому выглядит Даша сейчас тоже такая, как будто мы 10 лет на ней ничего не делали. Вот наши яблоньки цветут, вон бальдонежка наша, вот соседские рододендроны. Вот, видите, как у нас тут тоже все заросло. Это вот один год ничего не делаешь, не копаешь, и все. Вишенка отцвела, вон какая пушистая. Да, фотографии я вставлю, как это было, потому что это ужасно смотреть на то, что здесь стало. Да. Дима уже выносит сушиться все. Сейчас чуть-чуть подмету, и придут новые хозяева ключи забирать. Все, всем пока.